Всем привет! Приехал на разведку, достал одну удочку, даже не брал с собой камеру. Решил закинуть поплывочку, попробовать вообще поклевки будет. А если что, думаю, потом принесу, все, закормлюсь, сяду по-нормальному. И тут такой удар. Пришлось снимать на телефон, одной рукой доставать, смотрите. Получится только на телефон такое снять. Вы видите, кто взял? Щука, блин. Блин, с телефоном. Сейчас попробую подтянуть. Опа. Главное не давать вверх. Ух ты. Так, чисто ради удовольствия. Проверку выехал. Видите? На поплавок. На поплавочную удочку. Ездил тут. Силикон кидал в облера. Давай, давай, щучка. Блин, тяжелая зараза. Не знаю, вытянем. Попробую залезку ее взять. Где она? О! На червя щуку ловили хоть раз. Я офигел, блин. О, поплавочная удочка. Прикормки замешал, закинул. А до этого с воблерами плавал тут. Пробовал поймать щуку. Ну нифига, что заглотил, хорошо. А нет, вот с краю крючок. Ох ты, тут прям нифигово. Стоять. Да стоять. У меня инструментов под тебя нету. Хорошая леска. Так, давай, чуть-чуть тебе осталось. Ну такого размера я еще щуку, ребят, не ловил. На, поплывок, блин. Бедный, жрать, видно, нечего. Хотя малька плавает тут много. Я офигел, блин. Даже камеру не брал, чисто разведку приехал. Смотрите, какая. Нормальная щучка такая. Где-то 300 кило. Давай. Вали. Щуку я не ем. Маленькую тем более. Сейчас попробуем еще. Это я начал вываживать. Ну, червя перезабросить. И она на червя кинулась. Оба. Да, интересно мне. Девки пляшут. Посидел я после этого еще минут, наверное, 40. Была одна поклевочка. Сейчас удочка стоит и закормился. Чисто одна поклевка, и вот одного карасика вытащил. Ну, карась, смотрите, довольно крупный тут. Сейчас мы его выпустим и поедем домой. Разведка не удалась, блин. Но камеру теперь буду вешать сразу. Даже приезжая на разведку, увидеть такие интересные моменты, чтоб... Давай, плодись. Речка тут красивая, тихая. Будет приятно потом тебя ловить. Хотя на вот этой речкой, говорят, электроудочкой прошлись и все выбили. Да и приезжал сюда, когда щуку пробовал. Тут нет-нет, стояли сети. Речка маленькая, рыбе деваться тут некуда, и выбить ее довольно легко тут. Вот такие вот дела. Попробую тут на спиннинг еще съездить, с лодки проплыть. Туда есть еще проход. Мелечок идет. Попробуем. Ну все, вот такой вот интересный момент. Маленький. Всем пока.